Илюха, здорово. Слушай, двигаемся активно. 20 августа закрыл с одним клиентом два счета в совокупности на 400 косарей. В принципе, периодически и по полмиллиона закрываются счета. Вот. Ну и так вот из последнего решил сейчас скинуть. Так чисто похвастаться, что ли, или там показать движуху. Вот. Нет, движуха идет активно. Вот. Активно ученики, кстати, звонят, которые хотят на поток зайти. Прям, ну, что-то одно время, ну, буквально дня 4-5 назад. Наверное, там за неделю где-то человек 5 звонило, может быть. Вот. Со всеми так душевненько пообщался. Вот, сказал, что можно делать большие деньги, вообще без каких-то либо напрягов, просто сидя, как говорится, на море, а я сейчас на море отдыхаю и закрываю счета по 400 косарей, чисто кайфую с семьей на пляже, пару звонков, и как говорится, уже деньги, которые потратил на отпуск, уже отбились просто одним днем, вот. Так, все по кайфу, в целом, двигаюсь по футболкам также, вот, короче говоря, что-то я как бы уперся в эту нишу, но мне она нравится, она качает у меня, вот, поэтому, в целом, я как бы... Ну, планирую, может быть, что-то поискать еще, но пока как бы очень плотно здесь засел, вот. И, соответственно, ребятам, которые звонят, то же самое говорю, как бы, давайте, не тупите, если хотите зарабатывать нормальные деньги, залетайте, вот. Вчера даже официант на пляже что-то там, ну, короче, в ресторане заказали еду и на пляже сидели там в бунгало. И он приходит, я смотрю на него, ну, блин, бедолага, ну, 19 лет, я говорю, слушай, ну, я что-то с ним пошел, начал у него расспрашивать, говорю, слушай, ты слышал такой друг, что он говорит, нет, вообще никогда, типа, я вот на этого учусь, на психолога, говорит, ну, нормальные деньги тут получать буду, типа, 35-45 тысяч, я говорю, слушай, братан, блин, я тебе скину всю информацию, почитай, что такое дропшиппинг, скину, типа, вот на тебя я там ссылки всякие в Инстаграме, в Телеграме, завязывай просто, пока тебе 19, блядь, ты можешь просто не терять свое время и уже, блин, к 22, да, блин, через год уже можешь, если там не машину купить, там, через еще годик, может, уже квартиру в своем регионе купишь, блин, типа, давай двигайся по нормальной теме, завязывай с этим официантом. Вот, он просто студент, поэтому подрабатывает. Блин, мне так жалко стало, что я вот... Мне прям захотелось ему помочь, сказать, как поделиться какой-то информацией, что ему, блин... Ну, вдруг я его судьба, просто помог чуваку, как бы, жизнь свою, как бы, улучшить. Вот, а так все нормально, вот. Как у тебя дела?